Быстрее, блядь, быстрее подключайтесь. Быстрее, сука, я только между подходами с вами поговорю и все. У меня мало времени. Нужно больше народу, блядь. Я вам расскажу сейчас все, что я думаю по поводу того, что меня сейчас оштрафовали. Сука, пидоры, вообще, я просто, блядь, охуеваю. Короче, дело было так, пацаны, еду я сейчас в зал. Еду я такой аккуратно, все нормально. Блядь, тормозит меня ДПСник. Думаю, ну ладно, хуй с ним. Останавливаюсь, короче. Там документы, вся хуйня, все проверил. И, блядь, такой, уже когда все проверил, говорит, а че вы не пристегнутым едете, Валерий Геннадьевич? Я им говорю, а я пристегнутым еду. А он говорит, то есть вы не согласны, говорит, с моим этим, как это называется, блядь, с правонарушением, говорит, не согласны. Я говорю, не, нихуя не согласен, говорит, ты просто не видел, говорю, я ехал пристегнутый. Ну тогда, говорит, я буду оформлять протокол. Я говорю, оформляй протокол. Короче, бля, этот пиздюк малолетний, блядь, сидел свой протокол, оформлял мне 20 минут. Ну, я подумал, а что терять время, зря, и уснул. Ну, вот. Саня в это время ждал меня на парковке. Ну, вот, я поспал 20 минут, через 20 минут он постучался ко мне в окно и сказал, что он оформил протокол. Я говорю, ну, давай. Посмотрел, а там написано, что я ехал с непристегнутым ремнем. Ну, вот. Я говорю, я не согласен. Он говорит, тогда не подписывайте. Я говорю, окей, подписал в другом месте, где нужно подписать. Ну вот, и тут во время того, когда он, сука, оформляет этот протокол, ему звонит телефон. Он такой разговаривает со мной, я говорю, слушай, говорю, а ты, говорю, уверен, что, говорю, ты на видео-то записал, что я не пристегнут? Он говорит, а это не ваше дело, я все покажу в суде. Я говорю, хорошо, хорошо, конечно, покажешь, молодец. Сколько, говорю, штраф-то по протоколу? 1000 рублей. Я говорю, ясно. И что-то еще, блядь, какой-то вопрос ему задаю, и у него звонит телефон. И он, короче, берет такую трубку, и я слышу, алло, пап, я сейчас немножко занят, я перезвоню. Блядь, я начинаю просто ржать. Я начинаю ржать. Говорю, слушай, ну давай, говорю, тебе, ты торопишься, говорю, наверное. Забрал у него копию протокола, постановление, короче. Ребята сели в машину, уехали. Ну, видно, что ребята недавно работают. Недавно. Вот. И опыта общения с охуевшими бородатыми пиздюками типа меня у них мало. Вот. Но я не грубил, я был вежлив. Просто решил, что зачем мне давать им деньги. Пусть даст лучше кто-нибудь другой. А я лучше возьму протокол и поеду качаться. Поэтому сейчас мы с Коробковым в зале жмем штангу. Что хотел вам, я вам рассказал. Люблю вас всех. Идите спать, сука.